Пума исчезла. Кончились. Дай-ка машинку посмотрю. Что-то лопнуло. Ну, короче, как это называет Айслейд? На стиле. Закатать, блядь, матовый черный полностью все и назвать это на стиле. Он куда-то дальше отправился. У него номер Сербия. И черно-белый салон. Ну ладно, чё. Чё там, говоришь? Чё ты сказал, у него тут? Черно-белый салон. А, у него номер Сербия. Карбоновая крыша. Крыша, капот и багажник. Ясно. Ну, я Пуму приручил. Или она просто тобой насытилась, я не знаю. Одного лысого ей хватило. Она меня не ела вообще. А что она с тобой сделала? Ничего, я съебался. Ох, блин, сколько тут... Бедняги. Лежат. В разных позах причем. О, чей это мотик? Я сам себе по лицу хожу. Вон там последний выживший. Где кто? Вот этот. Ай. Еда. Считаешь? Его? Типа он невидимый. Не, он может тут просто перемещаться. Он был в пассиве, вот это я помню. Что он либо вы... Нет, это не он. Он либо вышел. Либо где-то шкерится. Хотя... Не, он еще не вышел, не. Он тут. Вон он. Где? На метке. Дроп мани сразу. А, ты кибер не читер? Окей, кто читер? В смысле, он читер? Какие же мы медленные. С другой стороны, может и нет. Ну, лагало надо. Да и когда мы это... получается, там в тюряге появились. Он стоял, ничего не делал. Вот это бабище. Вот на комнату пришел и встал. Что было, вот потом не знаю, я ушел. Там у кого-то хватает мужества становиться шефом. Ну что, он еще и будет развозить? Секунду. Механик. Механик. Куда он сейчас подаст? Мне интересно.
Отдал. Заедем как боссы. Да-да-да. Куда поехал? Смотри, как я могу. А чё ты газуешь-то? Да, алё, тормози. Как ты вот так держишь? Как ты просто вот так... Ctrl и подгазовываю по чуть-чуть. Да. Смотри. Куда? Лоу! Блять, упал. Лоу! Я видел уже такой хак. Лоу! Я один вопрос, нахер я на это смотрю. Садись. Парень вахует, походу, слышишь? Куда ты опустил-то? А, ладно. Это вызов. Карманный пистолет. У меня что еще, и всего оружия на печку? Как? А, ты не в пассивном, что ли? Видимо... Был в пассивном. Только не говори, что у меня тоже. Я сейчас проверю. Если это так, то лучше выйти. Когда Виталий играл со знакомым, они только купили пятачку. Мне тоже это попалось. Им повезло просто на бан. Я уже несколько раз играл, и ничего. Я, как видишь, может, здоров. Ну, может, как бы не рисковать? Нет там? У меня вообще нет оружия. А, вообще. Заебись. То есть я голяк. Не, у меня карманный пистолетик есть. Да? И 6 патронов к нему. Ну-ка, хлопни меня. Блять. Мазила, блин. Палец соскочил. Палец соскочил. Ты бы деньги положил, а? С тебя валится. С меня вывалилось. Не, 25 штук. Говнюк, у меня все оружие. Прям вообще по чуть-чуть. Еще медленнее даже. Можешь подождать, пока он чуть ли не полностью остановится. И просто подгазовывай, чтобы совсем не остановился. Короче, это не так просто, как я думал. Да нет, просто на самом деле. Ну и не так уж и сложно. Сейчас упадем. Да. Что сверху вниз. По уголку, поэтому. А чё, твоя смерть тебе ничего не принесла? Как написать mine, типа моё?
Мине. Рейнер, что ли, что-то? Тьфу, блядь, в команду. Я вообще ничего не видел. Я говорю, не туда написал. Самоубийство, по-моему, ни к чему не приведет. Ну. Первое я написал неправильно. Стопэ? У меня не пройденная перестрелка. А у меня пройденная. Мне стрелять нечем. Ну вот сейчас и заберем, да. Тут есть что взять-то? Ящики должны быть. Я пока безоружный. А скинь мне что-нибудь, просто что-нибудь. Неважно. А что я тебе скину? У меня только пистолет. Что? А, у тебя только пистолет? Да. Лол. Эх. Ну дай ты ему въебало. Ох, нихуя меня с...